Всероссийском детском центре «Смена» прошла интерактивная лекция «Первое слово о патриотизме». Приглашенный эксперт Татьяна Лохова, кандидат исторических наук, рассказала сменовцам о любви к Отечеству и проявлении патриотизма с помощью акций памяти. Истинный патриот – это человек, который живет в своей стране. Он счастлив в том, что он живет именно в этой стране. Он безгранично любит ее и готов делать для своей страны, возможно, это высокопарно, исключительно положительное для того, чтобы прославлять ее. На встрече ребята узнали о формах сохранения патриотизма, посмотрели учебный фильм о операции «Бескозырка» города-героя Новороссийска и обсудили значимость несения вахты памяти на посту номер один. Встреча была просто безупречна. Татьяна Владимировна провела прекрасную лекцию, рассказала много нового. Также о «Бескозырке». Очень хотелось бы побывать в Новороссийске и принять участие в этом. Мальчишки и девчонки очередной раз пришли к выводу, что патриотом быть не стыдно. Патриотизм – это любовь к своей родине, неважно, ты находишься в ней или за ее пределами. Это то чувство, когда ты готов ради своей страны отдать свою жизнь, пожертвовать всем, что у тебя есть.